А сейчас я вам дам хинин и аспирин. Только выпейте все сразу. О, Боже. Вас, болваны, смотреть не буду. Вообще вы все симулянты. Хотите дезертировать с войны? Вы не думаете, что перед вами какой-нибудь осел? На этих постелях валялось много больных, которые страдали отсутствием боевого духа. Но я их всех вылечил своими клестирами. Знаете, и через 20 лет вы будете кричать во сне, когда вам приснится, как вы симулировали у доктора Грюнштейна. Позвольте доложить. Ко мне вернулись речь и слух. Браво! Ха-ха-ха! Эй! Клестир поставить ему на дорогу, чтобы вы не жаловались, что мы вас здесь не лечили.